Минута молчания в память о тех, кто спас весь мир от последствий самой крупной аварии за всю историю атомной энергетики. 29 лет назад прогремел взрыв в 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Почти 30 лет, как совершилась эта авария, дикая авария, страшная авария. И люди поехали, защитили, полмира защитили от этой радиации, закрыли радиацию. Работали все нормально, свою работу сделали, слава Богу. В Америке такая подобная, даже по трудности была меньше авария. 3 года ликвидировали. У нас умудрились за 7 месяцев построить саркофаг. Работали в зоне повышенной радиационной опасности, когда повсюду невидимый коварный враг – излучение. Но от своих обязанностей не отказался никто. Ликвидировать последствия катастрофы приехали более 600 тысяч человек со всего Советского Союза. Среди них более 300 зареченцев. Никто не искал причин отказаться. Все выполняли свой гражданский долг. И каждую секунду отдавали свое здоровье, иногда жизнь, за то, чтобы защитить всю остальную страну. Поэтому мы все в долгу перед вами, уважаемые ликвидаторы, уважаемые вдовы, тех людей, которых уже сегодня нет с нами. Сейчас в нашем городе живут более 200 участников тех событий. С каждым годом ликвидаторов становится все меньше, но память о их подвиге будет жить вечно. По окончании митинга всех участников пригласили в Центр здоровья и досуга, где для ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции организовали вечер памяти. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадио, компания «Заречный».